Здоровье и правильно развивающиеся дети – это именно то, чего хотят абсолютно все родители. Но, к большому сожалению, так бывает не всегда, и семьи вынуждены воспитывать малыша не такого, как все остальные дети. Таким образом, родители просто отказываются принимать тот факт и впадают в жуткое отчаяние и депрессию, обвиняя во всех бедах только себя, хотя зачастую они ни в чем не виноваты. Гульшат Ибрагимова является председателем региональной общественной организации Совета матерей «Материнское сердце». Уже в течение 5 лет организация занимается защитой прав, законных интересов детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и воспитывающих их семей и другими благими делами. Одной из причин взяться за такую весьма ответственную работу явилось то, что Гульшат Ахатовна сама воспитывает ребенка с ограниченными возможностями. Только в семье, где есть взаимопонимание между родителями, между старшими поколениями, только там может быть благоприятные условия для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому мы проводим очень много мероприятий и для пап, и для мам. В республике принят ряд законов, обеспечивающих социальную, медицинскую, психолого-педагогическую поддержку детей с ограниченными возможностями в развитии. 18 ноября с рабочим визитом Башгоспедуниверситет посетил уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Павел Астахов. В этот день в университете проходила первая межведомственная конференция, посвященная проблемам людей с аутизмом, и по приезду первым делом он познакомился с детьми с аутизмом, где родитель каждого малыша смог задать уполномоченному по правам ребенка свой вопрос. Здесь хорошая площадка не только для обсуждения проблем, которые накипели, наболели, но и для того, чтобы найти решения, современные решения и эффективные. С октября 2014 года в университете функционирует Центр развития одаренности школьников. В ходе ознакомления с педагогическими наработками вуза Павел Астахов пообщался посредством электронного телемоста с одаренными детьми, пребывающими в социально-образовательном центре Салихова в Чишминском районе. Это селфи. Тема, которая сегодня озвучивается здесь, в университете и на конференции, которая проходит по проблемам детей с аутизмом, это новые, совершенно новые вызовы для нашего общества, для наших семей, для наших детей, которые мы достойно должны встречать. И очень правильно, что здесь используется глубоко научный и методический подход. Я очень высоко оцениваю работу университета по поддержки и занятия с детьми с ограниченными возможностями, потому что здесь это делается профессионально. В завершение ректор БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы Раиль Асадуллин вручил Павлу Астахову медаль имени Сухомлинского «Сердце отдаю детям». В рамках проведенной конференции участники мероприятия отметили, что проблеме детей с аутизмом в Башкортостане уделяется много внимания. Открываются и развиваются реабилитационные центры, некоммерческие организации помощи. Тем не менее, еще много над чем предстоит работать. Пусть дети обретут счастье во внимании государства.